Здравствуйте, это программа «Вопрос эксперту». Я Диана Нуждина. Диана Нуждина, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Всегда ждем с нетерпением начала купального сезона. Всей семьей выезжаем к воде. Правда, не всегда понятно, можно ли там купаться. Расскажите, как выбрать водоем для купания и когда опасно заходить в воду? Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан обращает внимание, что купаться безопасно только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах. При выборе мест отдыха обратите внимание на благоустройство пляжа, наличие теневых навесов, кабинок для переодевания, душевых, на наличие рядом с пляжем общественных туалетов, а также организованного спасательного и медицинского пунктов. Если рядом с водоемом есть предупредительная табличка о том, что купаться запрещено, в такой водоем действительно не стоит заходить. Избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Тем более не стоит заходить в воду, где плавают утки и другие водоплавающие птицы, являющиеся переносчиками такого заболевания, как циркариоз или зуд купальщика, проявляющегося в виде кожных реакций с последующим аллергическим дерматитом. При наличии поблизости сельскохозяйственных угодий, свалок с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадает и в нем можно обнаружить биогенные загрязнители – яйца гельминтов, кишечные палочки, сальмонеллы и других возбудителей кишечных, инфекционных и паразитарных болезней. Важно помнить, что эти опасности ожидают купальщиков не только в стоячей, но и в водоемах с проточной водой. Не стоит полагаться только на визуальную оценку чистоты водоема. В течение всего купального сезона с информацией о разрешенных зонах отдыха с купанием можно ознакомиться на официальном сайте управления.